Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в воскресенье у побережья Чили. По данным геологической службы США, эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо с населением около 150 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 53 километров. Как сообщают чилийские сейсмологи, после землетрясения было зафиксировано около 60 повторных толчков. Это был хаос, много аварий, дети потерялись, было просто ужасно. В результате стихийного бедствия без света остались 200 тысяч жителей региона. Данных о жертвах не поступало, но двое пожилых людей скончались в результате сердечного приступа из-за пережитого стресса. Чили находится в так называемом «огненном кольце» и имеет долгую историю смертельных землетрясений. Последняя магнитудой 8,8 в 2010 году унесло жизни более 600 человек.